Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. 9 сентября Гуле Королёвой исполнилось 99 лет. Так получилось, что я не успела сделать видео к этой дате. Однако и сегодня, 11 сентября 2021 года, также непростая дата. Сегодня 20 лет со дня теракта в США, когда погибло 3000 человек, и с этого дня глобалисты начали окончательную зачистку и захват мира, ну, якобы для борьбы с терроризмом. Началось новое действие. Борьба с терроризмом по всему земному шару. Борьба с народонаселением. Вот как это на самом деле называется. Как это связано с нами, этот день? Сегодня более 80 городов празднуют, или как это называется, День города. Причем эта дата перенесена из других официальных чисел. Так, в Москве День города всегда проходил 5 сентября или 1 суббота сентября. 5 в этом году и есть суббота. Зачем коллаборантам, а все мэры, коллаборанты, это гауляйтеры, понадобилось перенести именно на эту дату День города? Большое скопление народа должно быть, салюты. Для чего? Они отмечают окончание своего мирового захвата, окончание установки своего мирового порядка. Им нужны эмоции, энергия людей, которых они собираются уничтожать и сокращать, чтобы отметить свой сатанинский праздник. Что им нужно, почему они принесли эту дату, сегодня задаются вопросом очень многие в блогосфере. Так совпало, что я отдаю дань памяти Гуле Королёвой и поздравляю Вселенную и всех нас с ее рождением на нашей земле. Пусть таких людей, настоящих человеков, лучиков света будет приходить больше и больше на нашу планету. Нашу планету. Этот фильм посвящен очень важному человеку в моей жизни, Гуле Королёвой, и ее последней высоте. Гуле ее звали все близкие, и так она вошла в вечность, 20 лет от роду. Наконец-то я приехала на могилу Гуле Королёвой вот в августе этого года. Сталинградская область, село Паньшина. С 1972 года, как появилась у меня книга Елены Ильиной, спасибо моей маме, которая тоже по фамилии Ильина, что принесла, кто-то дал ей списанную библиотечную книгу для меня. Спасибо этому человеку, спасибо моей маме. Эта книга – настоящий мотиватор советских детей. Еще такой же подобный мотиватор – это «Два капитана» Вениамина Каверина. Но поэтому надо сделать отдельные фильмы. Там столько примеров стойкости, преодоления себя, своей лени, своей трусости. Столько нужных, необходимых подростку, направляющих линий жизни. Ведь эта книга – самый лучший мой воспитатель. Я втайне в детстве называла себя Гулей Королёвой. Я хотела знать о ней все. Я хотела написать ее маме. Долго собиралась, стеснялась, и мама умерла. Тогда я поняла, что все надо делать вовремя. Потом оказалось, что родители Гули какое-то время жили в городе Горьком, которым жила и я. Играли в драмтеатре, конечно, задолго до моего появления там. Как я узнала обо всем этом? Совсем недавно, благодаря замечательной группе ВКонтакте Гуля Королёва «Четвёртая высота». Ведет группу Анастасия Краска. А Елена Ракитина написала новую книгу о Гуле, куда были включены неизвестные до сего дня материалы, письма самой Гули, письма ее отца, записи дневников, записи людей, которые знали Гулю, воспоминания этих людей. Вот эта группа. Все, кто понимает, о чем я, все, в чьей судьбе, как и в моей, было и есть Гуля Королёва, рекомендую эту группу. Я знала книгу наизусть. Я писала сочинения на тему «Мой герой» и получала пятерки. Вела дневники, распорядок дня. Это все Гуля Королёва. Я преодолевала свои высоты школьные, исправляла оценки. Стремилась попасть в математический класс и попала благодаря Гуле. Я принимала вызовы, и как бы ни было страшно мне в какой-то момент, я вспоминала Гулю и брала барьеры. И дальше так по жизни. И в 90-е, когда первый раз вышла на сцену, преодолев страх сцены Кремлевского дворца съездов, это все Гуля. Больше нет тот храм, что начали мы строить. Я не смогу тебя понять. Сегодня ты совсем чужой. Больше нет твоей знать. И ты уже не будешь мной.
могу сказать, что Гуля закалила мой характер. Именно благодаря талантливому изложению Елены Ильиной, но это псевдоним, Елена Ильина – родная сестра Самуила Маршака и добрая знакомая мамы Гули Зои Михайловны. Это все время Сталина. Все работали на страну и очень талантливо. Поднимали дух, давали направление, созидание. В Гуле била жизнь ключом. Не только в ней, во всем советском поколении. Оно такое уникальное было. В нашей поездке в допотопный Сталинград, а ехала я еще со своими исследовательскими целями, так вот, нам совершенно случайно на улице встретилась женщина, мы разговорились, ее мама оказалась участницей Великой Отечественной войны, жительница Сталинграда, ей на сегодня 98 лет, Валентина Ануфриевна Захарова-Чумаченко, участник Великой Отечественной войны, награждена орденами, медалями, известная женщина в Сталинграде. К ней журналисты приходят до сих пор. Я напросилась, мы с мужем напросились в гости, и по этой встрече у меня также отснят материал, и 3 фильма есть на моем канале. Так вот, эта женщина даже сейчас, в свои 98 лет, такая юная, озорная, живая и жизнерадостная. Она рассказывала про школьные годы, про юность. Это время до войны. Дети, девушки, юноши занимались буквально всем, и спортом, и различными кружками. Они постигали все науки. Все хотелось им познать. Был огромный энтузиазм у молодежи. Это абсолютный факт. У всей страны был огромный энтузиазм. Это была первая страна социализма в мире. Развивались, созидали, мечтали о том, в какой замечательной стране они живут и будут жить. Война обрывала эти мечты у очень-очень многих, и в том числе у нашей Гуленьки. Хочу сказать, что я сокращаю для видео свои минуты молчания. Находясь рядом с могилой Гули, я не могла говорить. Ну, реально, я даже не ожидала от себя, что мне было очень трудно. Я не могла слова вымолвить. У меня бегали мурашки. Да и сейчас, когда я делаю этот материал, я знаю, что души наших героев живы. И они приходят к нам и слышат нас. И они благодарны, что мы помним своих родных людей, живших на этой планете. Да, для меня, как и для многих советских людей, Гуля Королёва – родной, близкий человек. Ну вот, я и приехала. Муж меня привез, спасибо ему, к месту захоронения Гули Королёвой. Все, у меня пошел мороз по коже. Столько лет я изучала эту книгу, читала, выучила наизусть. Вот она у меня вся затертая. Этой книге 50 лет. Мне ей больше, она у меня 50 лет. Чему сюда не подойдем? Вот братская могила. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Годы Великой Отечественной войны. И вот она, Гуля. Все ухожено. Ну вот, Гуля, я приехала навестить тебя. Спасибо моему мужу. Пускай много лет прошло, сколько я читала эту книгу. Вот. Сколько я читала, сколько я смотрела. Где не любила я зачитывать до конца, когда она погибает. Подожди. Вот это ее подруга. Она тоже погибла. И Алексей Топилин, по-моему, тоже погиб. Не любила до конца дочитывать. Вот это место вот так вот выглядело. Вот так вот выглядело это место. Мама ее сюда приезжала. Марианелла Владимировна Королёва, Гуля, 1922-1942.
У меня была минута молчания. Не могла говорить. Гуля тебя помнит, тебя любит, тебя чтят, чтят твою память. Благодаря книге Елены Ильиной, это книга «Мотиватор всех советских детей», большинства советских детей, по крайней мере, кто читал Гулю Королеву, тот добивался своих высот. Преодолевал себя, преодолевал свою лень. Ставил цели, достигал их. Была обычная девочка, в то же время такая необычная, такая талантливая. Действительно необычная. Даже могила стоит отдельно. Это тоже дань уважения. Что это был абсолютно необычный человек, Гуля Королева. Сквозь время, сквозь десятилетия, прямо сейчас я ощущаю эту связь. Все, не могу говорить. Здесь они воевали, где-то здесь. Или там за деревней, где была эта высота. Четвертая высота Гули Королевой. Ее любимый тоже погиб, Алексей. Мы не знали всей биографии, только сейчас узнали, в принципе, мельчайшие подробности Гулиной жизни. Такой короткой, так много мы уже знаем о ней. Есть группа ВКонтакте. Анастасия Краска ведет ее. Очень много информации такой, которой не было у нас. Вот у меня в детстве не было этой информации. Так что мы помним Гуля, мы чтим память. Очень много людей помнит и знает тебя и любит тебя. Если бы Гуля выжила, может быть, мы бы в любом случае не встретились. Разница большая. Может быть, Елена Ильина не написала бы эту книгу. И мы бы не знали об этом человеке. Но своей смертью вот ты, в общем-то, спасла многих детей. Ты многим дала направление в жизни, цель. Как можно преодолевать трудности, препятствия подрастающему поколению, детям. Это очень важно, чтобы был пример такой. Сколько детей читали эту книгу. Это она мне с 4 класса. Спасибо Елене Ильиной. А книга сама 65-го года. Елена Ильина была подруга матери, родная сестра Маршака. Спасибо ей за такую книгу, за то, что познакомила нас с Гулей. Вся страна знает и до сих пор помнит. И те, кто читают сейчас молодым и подрастающим детям, поколениям, эту книжку, они тоже любят Гулю. Вот так вот живешь в наших сердцах, Гуля. А сейчас я как будто тебя вижу живую. Все равно жаль. Такая молодая. Спасибо тебе, Гуля, за нас, за наши жизни. Всем павшим. Ты подняла бойцов в атаку, свою четвертую высоту последнюю взяла. Ты не боялась немцев, ты не боялась врага, не боялась смерти. Ты шла и спасала нашу родину. В конце концов, нас, сегодня живущих, вы отдали свои молодые жизни за то, чтобы мы сейчас жили. Низкий поклон тебе, Гуля, и всем павшим бойцам, всем павшим за нашу свободу.
кстати, возможно, что вот именно вот этот домик и есть на фотографии. Вот если смотреть от могилы, она вот там вот рядом, то, скорее всего, вот он, этот домик, который обложен просто кирпичом. Удивительно. Ну вот еще одна моя детская мечта сбылась. Я побывала на могиле Гули Королевой. С днем рождения тебя, Гуленька. Вечная слава тебе. Вечная слава всем погибшим в боях за нашу великую родину советскую во все времена. Вечная слава. Низкий поклон. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. Делитесь этим видео, рассказывайте о Гуле Королевой своим детям, внукам. Читайте именно эти книги, такие книги своим детям. И их души будут спасены, и они будут жить дальше в хорошем, счастливом будущем, в светлой социалистической стране. Пусть на нашу планету приходит как можно больше таких светлых лучиков, как наша Гуля Королева. Да будет так.